парень меня так раздражает. Стоит мне повернуться, как он... Доброе утро. Так, ты говорил. Мы часто переезжали, так что мой дом был везде и нигде. О, должно быть, это тяжело, да? Менять школы, покидать друзей. Нормально, я к этому привык. Но ты ходил в колледж? Да, мэм, всего год. Что изучал? Ну, немного он изучил за один-то год. Элизабет Грин. Мне нравилась философия. Правда? Да, люблю читать. Процитируйте нам любимого философа. Иногда вопросы очень сложны, но ответы на них просты. Дайте подумать. Вольтер? Это Вольтер, верно? Это доктор Зюс. Большое спасибо за чай, миссис Грин. Надо идти работать. Ради бога, называйте меня Элли. Вольтер.